Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу показать вам свой первый заказ по новому третьему каталогу Faberlic. Сразу хочу обратить ваше внимание, что данный каталог у нас будет действовать всего лишь 2 недели, а не как обычно 3. Этот период у нас короткий, и срок его действия с 13 февраля по 26 февраля. Это особенно важно для консультантов, чтобы нам успеть выполнить свой личный объем. И новичкам также пройти, успеть стартовую программу. Сразу хочу начать для подарка, о подарке для новых консультантов. В данном каталоге вы можете получить в подарок вот такой вот замечательный парфюм. Faberlic by Valentin Yudashkin Rose. В прошлом каталоге у нас появился аромат Gold, который покорил многих. И в этом выходит Rose. Что нужно сделать, чтобы получить этот подарок? Нужно зарегистрироваться в компании Faberlic в период действия данного каталога с 13 по 26 февраля. А также сделать и оплатить, обязательно оплатить заказ в указанный срок на сумму от 1999 рублей в ценах каталога. Соответственно, оплатите вы уже в ценах консультанта, и вы получите в подарок этот аромат со своим первым заказом по каталогу 4. Ссылочка для регистрации в компанию находится внизу под моим видео, а также под всеми другими моими видео. Переходите, регистрируйтесь. Регистрация очень быстрая, простая и абсолютно бесплатная. Паспортные данные не нужны. И также хочу обратить ваше внимание на то, что если вы регистрируетесь в нашей компании и в течение 3 периодов вы не делаете ни одного заказа, то ваша учетная запись, ваша регистрация будет удалена и доступ будет закрыт. Поэтому регистрируйтесь и делайте заказы, чтобы не потерять вашу регистрацию. Итак, давайте перейдем непосредственно к заказу. Очень много предложений в данном каталоге, конечно же, к весенним праздникам, к мужскому празднику 23 февраля и также к 8 марта. И начну я, пожалуй, с покупок к 23 февраля. Очень мне нравится наша мужская серия «Ланселот». И у нас в прошлом каталоге появилась вот такая туалетная мужская вода «Ланселот» 100 мл. Вот такая коробочка. Артикул данной водички 32-23. Вот так вот выглядит флакон. Увесистый такой, знаете, так как фляжечка такая. Очень приятный. Аромат древесно-пряный. И давайте я сейчас вам по ноткам расскажу, что же это за аромат. Морской аккорд, приправленный ароматными нотами кардамона, розового перца, артемизии, задает выдержанный тон аромату. Благородный древесный шлейф с нотами кожи завершает образ отважного рыцаря, готового на подвиги. А мы уже с мужем этот аромат потестировали, мне лично очень нравится. Такой действительно на весну очень даже. Аромат, я думаю, что он универсальный и понравится многим мужчинам. Поэтому, если вы, допустим, не знаете, что подарить коллеге или на 23 февраля, или также родным, близким, то, в принципе, присмотритесь. Аромат действительно достойный, хороший. Из этой же серии я заказала гель для душа и волос. Гель для душа, волос и тела. Вот такой вот тоже «Ланселот», артикул 0534. Благородный аромат с подлинно мужским характером. Для сильного и энергичного человека, уверенного в своем успехе. Вот, 200 мл, как я уже сказала. Артикул 0534. И тоже хочу обратить ваше внимание на то, что в этом каталоге на эту серию у нас идет очень хорошая цена, очень хорошие скидки. Посмотрите, это у нас идут странички 86-87, и у нас везде идут желтые ценнички. То есть, если вы с этих страничек заказываете 2 любых продукта, кроме
аромата и твердого мыла, то они вам идут уже по спеццене. Вот, поэтому вы можете еще и хорошо сэкономить. Также присмотритесь для корпоративных подарков, это тоже очень здорово. А следующее, что я заказала, тоже Lancelot, это лосьон после бритья. Отличный лосьон. 100 мл и артикул 0532. Естественно, они все идут как бы так вот с одним ароматом, что очень здорово. Потому что я, честно говоря, не очень люблю, когда, например, да, от мужчины пахнет, ну, от лица, например, там гелем для бритья, потом другим лосьоном и потом третьим парфюмом. Получается такая ароматическая какофония. А здесь все-таки серия, и это очень здорово. Следующее. Это дезодорант антиперспирант, артикул 0539, 50 мл, дезодорант был заклеен, я уже пломбу сорвала, потому что, ну, нам для себя все-таки, вот, поэтому тоже вот такой вот шариковый дезодорант антиперспирант. Следующая моя покупочка, это тоже вещь для мужчин необходимая, это пена для бритья. Lancelot, 200 мл и тоже с таким же ароматом. Ну, добавить, в принципе, больше нечего. Хорошая пена. Вот, косметика Faberlic кислородная, поэтому все продукты, они обогащены кислородной формулой, что тоже благоприятно сказывается на коже лица. Следующая покупка тоже из этой серии, это омолаживающий крем для лица, артикул 0531, уникальная формула, разработана специально для мужской кожи, с невероятно легкой текстурой, тает на коже, не оставляя при этом жирного блеска. Данный крем я купила в подарок, поэтому показать текстуру я вам не смогу, но вот упаковочку вот покажу. И объем этого крема 50 мл. Вот так. Вот такая у меня получилась серия. И еще мыло. Мыло тоже очень классное. Оно не раскисает в мыльнице и тоже с таким же ароматом. 70 грамм. Это марка Экстра, то есть оно более такое как бы крепкое и экономично расходуется. Артикул 0540, цена мыла 39 рублей, но очень вам рекомендую, действительно мыло просто шикарное. Вот, вот такая у меня получилась серия, и еще заказала мужской подарочный пакетик. Вот так вот он выглядит. И артикул этого пакетика 70-774. И размером он чуть-чуть повыше, чем каталог. Он как-то отсвечивает, поэтому я его положу. Следующая моя покупка, это нижнее белье. Вернее, пока это только трусики Пастораль. Появились наконец-то у нас на складе в Петербурге данные трусики. Это трусики от итальянского дизайнера Паоло Мальтезе и серия Story d'Amor. Вот такие вот симпатичные. Я заказала серые в горошек и серые в цветочек. Вот, также еще появились и голубые, но уже со следующими заказами покажу вам голубые тоже. А состав этих трусиков 95% хлопок, 5% эластана и кружево 90% полиамид, 10% эластан и ластовица из 100% хлопка. Вот, что могу сказать. Вот они в цветочек. Видите, очень симпатичная расцветка. Также кружево очень нежное. У меня кожа чувствительная, склонная к аллергии, но данное кружево, оно абсолютно не раздражает кожу. Это уже не первые трусики, которые я в Faberlic покупаю. В принципе, мне очень нравится. Очень хорошо, видите, швы обработаны. Здесь идет
тоже вот так вот. Кто не любит, как я, где в области бикини есть какое-то кружево или что-то еще, что может раздражать, то присмотритесь к этой модели. Здесь идет вот так вот, как усилено резиночкой, и внутри вот так вот все это хлопочек. Очень нежные трусики, классные. До этого я тоже покупала, но вот эта модель очень удачная, прям хлопочек такой тонкий-тонкий. Как раз на весну, на лето будет идеально. Вот, и, в общем, вот такое вот классное кружево светло-зеленого цвета. Вот, заказала также еще и голубые. И что могу сказать, трусики хорошо тянутся. Даже размер, если покупать, например, XL, то на 52-й русский вполне подойдет. А если брать XXL, то можно даже на 54-56. Смело берите. Вот, у меня девочки брали, все в порядке. Следующая покупка это... Ба-бам! Это как раз аромат, который у нас вышел в прошлом каталоге во втором. От модного дома Валентина Юдашкина. Это аромат Gold. Вот такая вот коробочка. Видите, здесь идет как выпуклая такая часть. Аромат артикул 3003. Это парфюмерная вода для женщин и объем 65 миллилитров. И вот она сама водичка. Когда я тестировала пробник, я вам говорила, что аромат мне не очень подошел, в том плане, что я не особая любительница цветочных ароматов. Но на самом деле, вот в полной версии он раскрылся очень хорошо. Вот я этот аромат заказала по 70% скидке VIP-консультанта. Я вам говорила, чтобы получить такую скидку, может VIP-консультантом сейчас нашей компании стать любой консультант, который выполняет личный объем не менее 100 баллов за период. То есть, если вы в этом периоде выполните объем больше 100 баллов, то в следующем периоде вы уже имеете VIP-привилегии. Поэтому можете приобрести, и данный аромат мне обошелся всего лишь в 556 рублей. Согласитесь, это очень хорошая скидка у меня получилась, потому что обычная стоимость по каталогу 2000 рублей. Вот, вот такой вот классный флакон. Такой, видите, здесь много граней. И здесь есть логотип Faberlic. Вот, и давайте я вам сейчас расскажу пирамидку. Так, куда поставить красоту? Давайте вот так. Расскажу пирамидку аромата. Претенциозный эффектный аромат соткан мягким бархатом цветов жасмина, гиацинта, гелиотропа, фиалки. Изящные пудровые ноты и благородные древесные оттенки в шлейфе элегантно и изысканно, словно роскошные платья из коллекции великого кутюрье. У меня этот аромат очень понравился маме. Вот, в принципе, я и хочу ей его подарить, потому что скоро и 8 марта, и у нас другие семейные праздники, поэтому хочу мамулю свою порадовать. Мамуля, привет тебе! Немножко я, конечно, заспойлерила подарок, но я надеюсь, что мама будет довольна. Так вот, что я стала говорить. Аромат в полной версии раскрылся совершенно по-другому, нежели в пробнике. Это уже не впервые такой случай у меня. Вот, что на самом деле в полной версии более богато звучит. Аромат, конечно же, очень хороший, чувствуется жасмин. Вот, и на самом деле многие говорят, что он сладкий. Да, он сладкий, конечно же, потому что там цветы. Но он не душный совершенно. Вот, например, у меня нет от него там головной боли, мигрени сразу же, как бывает именно со сладкими ароматами. Поэтому все-таки, если у вас есть возможность, например, на АП потестировать полную версию, то я вам рекомендую присмотритесь, потому что у аромата действительно очень хорошее и дорогое звучание. Вот, и напоследок хочу показать вам вот такие вот, они у меня не помещаются, вот так вот покажу. Вот такие каталоги у нас появились, Флоранж, итальянские каникулы. Вышло два каталога, которые в бумажном, да, формате. Каталоги в виде журнала, плотная глянцевая
бумага. И вышло два каталога. Это аксессуары. Артикул каталога 91052. И также каталог с нижним бельем. Весна-лето 2017. Действовать у нас начинают эти каталоги с 13 февраля, то есть с третьего периода, и будут действовать до середины августа. И артикул каталога с нижним бельем 91051. Классные глянцевые журналы формата А4, даже немножечко побольше. И стоимость одного каталога 50 рублей. Вот, но, в принципе, вы можете, да, по очереди как бы давать клиенткам такие каталоги. Вот, потому что все-таки действовать они будут долго, поэтому, в принципе, можно и за 50 рублей отлично приобрести каталог и заказывать и для себя, и также неплохо на этом зарабатывать. Потому что, да, мы консультанты Faberlic, у меня очень много вопросов задают в соцсетях, что будет ли скидка на продукцию Flaranche. Конечно же, точно такая же скидка, как мы получаем на всю продукцию Faberlic, точно такая же у нас будет и на продукцию Flaranche. Вот, так что не пропустите начало продаж 13 февраля. И всем желаю удачных покупок. Не забывайте переходить по ссылочке под видео и регистрироваться, чтобы получать скидки и подарки. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось и было полезным. Если это так, то ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. А также рекомендуйте мой канал своим знакомым и друзьям. Всем хорошего настроения и до новых встреч! Пока-пока!